большой привет. У меня неожиданный краткосрочный отпуск. У знакомой пропадали билеты в отель на Красной Поляне. Она предложила просто купить билет и лететь, так сказать, безвозмездно. Так что я рада, я счастлива. Хочу показать вам отель, как он выглядит. И начну, наверное, с номера. Посмотрите, какой классный шкаф, прям с подсветкой. Здесь у нас халатик. У отеля есть спа-зона, поэтому, конечно же, предлагается сразу в комплекте халат. Так, это я вам там свечусь. Что ж, что у нас есть еще? Капсульная кофемашина, чайник. Вот так вот выглядит сам номер. И особенно радует наличие балкона. Давайте покажу вам. Я еще сама туда не выходила. Вот такие у нас виды на горы. Ну и покажу вам саму ванную комнату. Все очень лаконично. Так, фен, полотенце. Здесь у нас мыльце. И уходовая косметика, шампунь, кондиционер, гель для душа и лосьон. Так, что же там у нас еще такое интересное прилагается? Бритвенный набор. Очень заботливо. Так, зубной набор. Расческа одноразовая. Тут вот, значит, ватные диски и ватные палочки. А также мочалка для тела. Класс. Вот так вот выглядит душевая кабина. Довольно просторно. Вот. Ну и сам белый друг. Thank you.
Так, сейчас попытаюсь по-быстренькому показать вам, что брала для ухода с собой. И, откровенно говоря, отель настолько позаботился о своих гостях. Я вам показывала в начале видео, в принципе, весь уходовый комплект здесь прилагается, да, такой базовый. Я имею в виду там те же шампуни, бальзамы для волос, гель для душа, лосьон для тела. Да, это все пополняется, поэтому на самом деле по минимуму что-то расходуется, можно было что-то и вовсе не брать. Итак, ну, у меня на самом деле супер ленивый отдых, супер ленивый влог, простите, что без текстового наполнения. Да, маникюр мне надо тоже обновить, но это не важно. В общем, смотрите, брала с собой 3 маски, ни одной не воспользовалась, но сегодня обязательно сделаю какую-нибудь, возможно, вот эту увлажняющую. Что брала еще? Брала с собой 3 парфюмчика, воспользовалась пару раз вот Miss Dior, он мне кажется более подходящий сейчас на весенний период, цветочный, действительно, немного есть что-то отдаленное, напоминающее розу, но не навязчиво. Олимпия от Пако Рабана оказался супер слащущим, очень сладкий аромат, он еще версия Intense, соответственно, это только на вечер, и он мне чем-то даже напомнил Лавиабель от Lancôme, а такой же просто попослепательный. Так, ну, как я уже говорила, шампуни, бальзамы для волос, вот я себе вот так вот брала, еще вот такой вот шампунь с собой, там оставалось не очень много, не воспользовалась пока, все есть. И причем, знаете, вот эта косметика, которая прилагается в номере, она очень вкусно пахнет. А душка для меня это важный фактор. Вот, так что, ну, в общем-то, вот здесь я переливала себе гель для душа. Уже успела воспользоваться сашеткой. Здесь у нас крем для лица антиоксидантный «Крымская роза». Очень, кстати, неплохой базовый крем. Он без SPF, просто я и как ночным, и как утренним пользовалась. Вот такую вот брала тоже сашетку, шампунь и кондиционер. Ну, как видите, ничего особо не понадобилось, кроме ухода за лицом, да. Вот крем успокаивающий для лица тоже брала, потому что знала, что еду в горы, здесь солнце очень активное. Собственно, набор для того, чтобы освежить маникюр. Вот такая удобная крышечка, точнее бутылочка. И здесь можно как раз налить себе немного жидкости для снятия лака. Сыворотка от Апивиты, очень приятная. Крем для области вокруг глаз, не было миниатюры, пришлось брать полноразмерное средство. Сюда я переливала
лосьон для тела, несколько раз воспользовалась. Также в целом я взяла с собой вот такую вот сашетку, точнее это набор сашеток, и на самом деле это вообще праймер для лица, и можно было воспользоваться как самостоятельным средством, увлажняющим вместо базового крема. Я наносила его на руки, потому что, ну, я боюсь теперь на лицо наносить что-то незнакомое, скажем так. Сюда вот в бутылочку от Pixi я наливала себе тоник. На самом деле сегодня уже четверг, четвертый день отдыха, собственно, поэтому мне осталось буквально на денечек этим всем воспользоваться. Умывашки для снятия макияжа. Вот такое средство кремовое от Elemis, а также умывашка от Гималаи. Это уже гель, который непосредственно пенящееся средство. Зубная паста от Biorepair, моя любимая. Так, и дезодорант от Faberlic. Кстати, очень приятный аромат, и в целом работает неплохо. Ну, пока у нас не супер жарко, поэтому не могу сказать, как он будет летом работать. И бальзам для губ. И еще обязательно, конечно же, брала с собой защиту от Нивеи, SPF защита, так как здесь, как я уже говорила, горы и солнце достаточно активное. Так, теперь из уходовых средств точно все. Единственное, что приобретала в эту поездку, это вот такой вот классный бодрящий гель для душа с ароматом цитруса. Покупала непосредственно в магазине Краснополянская косметика. Обязательно во второй части видео покажу вам, как оформлен сам магазин. Мне очень понравилось. Вот, и на этом, наверное, прощаюсь с вами. Если интересно, оставайтесь со мной. И во второй части покажу вам еще немного эпизодов с Красной Поляны. А на этом прощаюсь с вами. Всем пока-пока и до новых встреч.